Таиланде был бы просто на расхват. Ну что, вот опять, а? Но он и так, в принципе, не поменялся. Тоже длинные волосы, такой же красивый. А это точно мужик? Да. Я своих-то не знаю, спортсменов в команде. Ты мне говоришь, еще из ЦСКА кого-то. Какая грузинка, да, хорошая? Не, ну это нереально. Вот, блин, даже по чертам. Егор Яковлев, игрок хоккейного клуба «Металлург». Привет, меня зовут Александр Еременко, я бывший вратарь хоккейного клуба «Динамо Москва». Здравствуйте, я ловила московского ЦСКА, Иван Федотов, поэтому всем привет. Ты готов сегодня угадать прекрасных хоккеисток? Давайте попробуем. Честно говоря, не готов угадать, потому что все настолько симпатичные. Ну, есть они только в полном порядке. Этот выпуск выпущен при поддержке букмекерской конторы «Лига Ставок», которая является лидером национального рейтинга, а также официальный партнер сборной России по хоккею, генеральный партнер Российской премьер-лиги и Федерации бокса России. Мы с «Лиги Ставок» всем новым игрокам дарим рекордный бонус до 10 тысяч рублей, а по ссылке в закрепленном комментарии акция «Большой куш». Просто делай ставки и можешь выиграть 450 миллионов. Так, ну что, погнали, первый. Ну что, вот опять, а? Ё-моё! Ну, очень похоже, хоть Саша Грей, что ли? Я думаю, скорее лучше, Вань, 100%. Не знаю, вообще даже. Это российский? Да. Спортсмен? Да, участвовал на Олимпиаде. Последний. Последний Олимпиад, прекрасно. А я никого там не помню. Не знаю, реально, вот я даже не могу. Блин, глаза, конечно, бомба. Блин, в олимпийской майке. И взгляд что-то такой суровенький, конечно, прям так. Блин, ну прям понял. Я бы с первой мысли, как будто это я. Но я что-то подумал по глазам, потом думаю, нет, по форме лица. Не знаю, это... Гусь! Ты сомневаешься? Я ее вообще очень тяжело узнать, реально, как... Хотя бы что-то дай мне. А, ты играл против него в плей-офф. А, во... В каком? В четвертьфинале. Откуда он? ЦСКА. ЦСКА, да? Нет. Нет, не скажу. Иван Федотов. Это ты? Серьезно? Да. Я ведь говорю по глазам, я. Офигеть. Ну, как ты оценишь себя? Познакомился бы с ней на улице? В библиотеке, в баре? Да, ну это жестко. Но я скажу, что я бы добавил бы красной помадки какие-нибудь, щечки разрумянил и волосы растрепал. Такая, чтобы была такая, знаешь. Это Федотов. Да ну, так тяжело угадать вообще. Ну это какая-то татарча. Тут должно быть попроще. Тут должно быть попроще, да, но... Кто это? Российский защитник. Играет в КХЛ. В прошлом году брал кубок Гагарина. Кто в прошлом году выиграл кубок? Омск. Угу. Иностранец или русский? И русский. Да, да. Не знаю. Дамир Шарибзянов. Смотри, ты хорошо знаешь, да, игроков КХЛ? Ну, я сам им постоянно вот такие парики примериваю. Супер, молодец, неплохо. Это, я думаю, это 100... А, еще в LA Mike, я знаю, это шарик его. 100%. Похоже, вообще... Ничего не поменялось, да? С исключением... Волосики за ушками и сейчас майка у нее немножко авангардная только чуть поменялась. Покраснела, да, покраснела маечка, и ястреб появился. Это Дамир его зовут, знаешь такого? Дамир Шарибзянов. Да. Ну я вот по фамилиям, да, как бы знаешь, это вот что-то это, а вот такое на лицо, конечно же, я не знаю их. Но мне тяжело просто, реально вот, ну. Но это не наша лига, да? Да, да. А, блин, это... Блин,
фото. Блин, это опять НХЛ-овец, походу. Это НХЛ-овец, я по фото вижу. Иностранец, да. Ой. Тяжелый выбор, что-то. Не знаю. А, давай, новичок, молодой парнишка. На слуху, парень. На слуху. Уставший какая-то, не выспался, что ли? Молодой. Да. В этом сезоне пофеерил. Чинаху, что ли? Нет. Ну, если он гражданство поменяет, то, в принципе... Овечка? Ну да, в принципе, до сих пор тащит, да. Да, это иностранец. Блин, лицо, я понял, кто это, но я не вспомнил. На языке вертится лицо по чертам. Команду, может быть, да, нет, команда, как вот ты мне скажешь команду, я скажу игрок. Это просто. Ну, давай, букву. Первую, любого имени или фамилии. Т. А, это Качок. А, это имя. Ну давай мы к этому вернемся еще. Нет, да. Так, ну вот это тебе вообще будет супер тяжело. Я даже думаю, даже не будут тебя здесь мучить. Да, FaceApp просто гениальное просто приложение. Нос бомба. Просто гениальное. Расковырял, да. Я подумал, что это Бузова, бляха, в тяжелые годы без Инстаграма какого-то. Специально даже перенесли, доставили. Из ЦСКА? Да. Защитник? Да. Блин. Андрон? Нет. Блин. Нет. Я... Вообще предположения нету. Давай дальше, оставим еще, ладно. Да, точно? Да. Ну, это русский. Да, я понял, русский, да, но я... А, Бурдас, что ли? Нет. Но ты его очень хорошо знаешь. Ну, я понял, блин, да я понял, я просто не могу вспомнить. Да, я понял. Днестеров? Да. Ему так хорошо, кстати. Надо сказать, да, отращивай волосы. Нормально. Так, ну смотри, ты не сразу угадал, почему? Ну, тяжело было. Я хотел сказать, что какая-то девушка с пресс-службы КХЛ. Ну что, я думаю, Никита, как закончит карьеру, может пресс-службу, да, выпадать? Он все на бороде отращивает, а тут пускай он в другом месте отращивает волосы. Нестер. Да. Нестер, да, точно, да. Все, молодец. Что вот, ну ты сразу зацепился прям в это. Ну, во-первых, ну, лицо более приближенное, нос, конечно, и вот это вот кровь или что там, ну, да, осталось, да, ссадина осталась, да, да. Но здесь вот более, ну, как бы черты лица. Это посложнее будет. Блин, это вообще какая-то актриса в один, как будто. А, что за актриса? Да я вот не знаю, это, знаешь, новые современные голливудские какие-то лица. Это на Грицука похоже, нет? А, нет, постарше. Вот это будет сложно, на самом деле. Это тоже, ну, российский? Российский, да, игрок. Бак Барси еще. Это да, специально это не Бакбарси. Это не Бакбарси, это сам. Нет, тут очень грамотно. Ну блин, ну как можно вообще угадать просто это? Ну... Угадывай. Проще призы получать, чем угадывать. Шипачев? А? Шипачев? Не, я думаю, Вадик это сразу узнал. Не знаю. А, играл в ЦСКА тоже, кажется. Давай что-нибудь, какую-нибудь наводку есть? Есть. Давай, ладно, я, блин, ну пускай. Ну давай СКА. СКА? Да. Это СКА? Да. А это точно мужик? Да. Может, это развод? Это по-любому один засланный казачок, типа. А, у меня такое бывает, но не в этот раз. Ну, не знаю, Еременко, может. Да, ну, в Таиланде был бы просто на расклад. Это Ажиганов. А, ну как бы, я говорю, по фамилиям-то я знаю. Ну, давай я тебе скажу, кто это, ладно. Давай, хоть одного. Ажиганов. Ты серьезно? Да. Вообще не похоже. Очень грамотно. Паре. Нет. Нет? Бэйлин? Так, ну тут я, наверное, думаю, то мы тоже тебя мучить я не буду здесь. Это да, иностранный НХЛ, да. Хотя, может быть, это в Калгари играет. В этом году мощно, в принципе, там по очкам набрал. Это в НХЛ иностранец. А, да? На Паре похоже вообще. Я говорю, я вот настолько не увлекаюсь хоккеем, что, честно тебе могу сказать, ты мне вот показываешь, а мне что... Ты один из лучших вратарей лиги.
минимум в России. А, это Джонни Гадро, что ли? Да. Его сразу видно, в любом облике. Почему? Как прям с лета? Да я не знаю, вот эти вот скулы, глаза, вот этот овал. Не знаю, как-то он бросается прям. А, НХЛ этот, с Калгари, Гал... Да, Галди... Да. Как у него? Гудро. Да, неплохо. На паре похоже очень. Тоже из той же оперы. Из НХЛ? Да. И тоже иностранец. Как я тебя угадаю, ты иностранец? Хоть дай какое-нибудь гражданство какое, национальность, то... Блин, ну если скажу, будет прям легко, на самом деле. Если гражданство скажу, будет легко тебе. Это какой-то профессионал в настольный теннис какой-то, походу. Еще плюс, добавок ко всему, что хоккеист. Так, вот подсказка пришла. Колян уже знает всех. Страшная девушка какая-то. Ну не то, что ты, Колян, как в прошлый раз. Это бэби фейс, это вообще никто не сравнится с ним. Ну это опять все эти хрен-хайловцы, да? Иностранные. Играет за, мне кажется, может быть, ты даже играл против него, за сборную Швеции играет. Нет, ну это нереально, вот, блин, даже по чертам. Команда нет? Без шансов, да? Ну я думаю, ты угадаешь. Он такой, с корнями, фамилия у него такая непростая. Ты сам все это делаешь? Ну, в приложение загоняю, да. Как? Ищу фотки, да, там. Ты просто... Нет, шанс. Это в НХЛ иностранец. Это восьмой иностранец? НХЛ. Певец еще такой был, у него именно такое же. Давно-давно был певец такой. Релакс, take it in. Но песню знаю это. А как артиста зовут? Блин, ты нифига вопрос задаешь. О, подскажите, пожалуйста, кто это? А, Зибаниджан. Офигеть. Ну ладно, Зибаниджан? Да. Какая грузинка, да, хорошая? Я говорю, способ, я подсказал. Как ты так угадал? Ну, похож, вгляделся. Блин, ничего себе. Ну, а что выдало, глаза или... Не, нос, наверное, больше всего вот это вот. Мы с тобой по школе... Сама это. Блин, ну ты хорош. Мика, знаешь такого? Мика Зибаниджан. Нет, конечно. Нет? Ну, я опять по фамилиям я слышал, ну, как бы, то, что это есть, а вот как бы вот так вот вообще, ну... Я из прошлого больше. Это Мика Зибаниджан. Ну нет, ну вот ты сказал, типа, да. А вот. Тяжело. Каменем. Как? Как так? Ну, есть. Щеки, наверное, вот этот тоже, вот этот больше часть лица. Ага, блин, ну хорош. Так, это играет ЦСКА. Перешел ЦСКА. В этом году выиграл кубок. Я своих-то не знаю спортсменов в команде, ты мне говоришь еще из ЦСКА кого-то. Для меня не все на одно лицо. Надо было это все атакуют. Это Леха! Леха, не, камень. Он? Да. А почему Леха? У него собаку Леху зовут. Он купил собаку, назвал Леха. Почему? Не знаю, просто по приколу, походу. Но это сильно, не, он его Алексей называет. Он такой, видимо. Алексей Владиславович? Да, прикольно, молодец. Каменев, да. Да. Ну, я тебе говорю, по фамилиям, как бы, ну, ребята, знаю, а вот, ну. Я понял. Так, ну давай, это твой тоже коллега. Блин. Самсонов. Ничего такое, да? Да. Не, ну это просто, да, это Самсон. Да, угадал. Самсон. Да, хорош. Че, как ты вот так будешь? Ну все, по лицу, ну прям сразу, ну вот здесь вот видно. Да, вот здесь видно, да, прям, да. Понравился, да? Да, нормально. Кофе бы попил бы с ним? С ним кофе не получится попить. Кофе мне увлекается. А чем увлекается? Он так, покрепче что-то предпочитает. Настоящий НХЛ. Команда. Это русский. Играет в НХЛ, да. Это девушка с пресс-службы Нью-Джерси Дэвилс. Стоп, прям очень похоже. Да, серьезно? По один в один.
Ну, его-то, наверное, тоже молодой. О, как нет, он не молодой, на самом деле. Играет в НХЛ русский. Вместе с Панарой. О, вместе с Капризом в команде. А, не Куликов? Да. Куликов? Да. Как так угадал? Опять по глазам как-то, наверное. Ну, мне кажется, лицо не его, а вот глаза вот это. Не, не гусь. Куликов? Да? Ты ткнул, да, просто перечислял, нет? Ну так. Что выдало? Смотри, какие реслички. Ну да. Не знаю, ну почему-то. Да, Куликов, слушай. Да, Куликов, ну тяжело такое. Ну это вообще из «Сумерек» какая-то, да? А играл этот, я помню, что-то как-то по телеку показывали. Сестра там этого, Эдварда Каллена. Один в один. Кто это? Подожди. Очень известный. Ну какая команда хотя бы? Блин, если я тебе скажу команду, сразу угадаешь. Он в этом сезоне неплохо очков выбил, ну и в целом хорошо. Если ты знаешь, я подсказываю. СХЛ? Да. Ну видно же. Такие мадамы только в НХЛ. Тоже русский? Нет, не русский, но да. Сразу видно, да? Ну да, 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 черты лица, да. Не знаю, может, какой-нибудь шведный. Нет, или фин? Русский или иностранец? Не, иностранец. Без шансов. Пастернак, может, нет? Какой команды? Вообще ничего. Вообще, ты мне вот сейчас вообще ничего не дал. А, это... Русский. Играет в НХЛ. Башовка. Ну, Егор, вот еще хотел подумать. Я бы не отгадал. Не отгадал, да? Вот. Ну, не, хотя отгадал, да. Ну, нет, ты сказал, конечно, сразу видно. Тезка, Барбашов. Ну, вот я не знаю, да, типа, как ты их вообще, вот их вот некоторые по глазам, да. Назови хлоп. Думай, не думай, ё-моё. А лучше сразу фамилия? Сент-Луис. Я не знаю, кто там нас играет. Я за вратарями больше слежу, а так-то я даже... Барбашов, нет? Да. Давай, вот Коля тебе помощник. Кто это? Русский. Так это Баранков? Нет. По блузке видно, что девушка. И не с этого клуба. Не знаю. Это Жиганов. А, точно. Но не, ну слабо похоже, да? Такая маечка, как будто женская. Она специально программу вырезала и добавила кулон. Я не угадал. Вот это, да, кто? Это Никита Нестеров. Бля, ну это сильно. По носу надо было, да. Он обидится на тебя. Да, его. Давай, вот, Коля, поможешь? Кейн, нет. Молодой. А, эти Кейн не знаю. Да, да. Молодой. Я понял. Это Тревор Зегрес. А, то, вот я говорю, похоже, да, вот еще, да, да. Питтсбург. Питтсбург. А, Гюнцель. Джек Гюнцель. Гюнцель, да. Гюнцель, Джек Гюнцель. Все говорят Гюнцель. Все говорят, а я не такой. Джонни Гудро? Больше всех понравился? Ну, такое, да, необычное, скажем так. Что, я худший? Нет. Мне кажется, ты лучше Яковлева отгадал. Да. В топ-3 вхожу? В целом? Да. Пока еще не знаю, но неплохо, неплохо. Кто тебе больше всех понравился? Слушай, да все, вот Нестер вообще топ. Нестер, ну, топ? Не, ну вот это вообще прям, я говорю, модель. А кто ты сказал? Это, а, Жига. Жига. Жига вообще просто. Он, его ювелирно сделали. Гадро, камень в порядке. Прям камень, я думаю... Секс. Я думаю, ему понравилось, он оценил. Ему отправь потом, или мне перекинь, я ему на WhatsApp закину. Ну ты в шоке, да, в программе такой? То, что так... Я даже не ожидал, что настолько можно. Я знаю, раньше делали, но все равно хотя бы там силуэт вот оставался. Здесь, ну, здесь вообще кардинально все, картинка разная вообще. Так, ну что, неплохой результат, Егор. Я старался, готовился. Кто тебе больше всех понравился? Федотов. Федотов? Да. Больше, да? Да. На кофе пригласишь его? Да, сейчас найду его. Спасибо, как тебе? Да, супер.